Сегодня, по сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, был зафиксирован выброс черного дыма на заводе «Урса» в микрорайоне Ивановские дворики. За комментарием мы обратились к директору филиала предприятия. Сейчас ничего, все работает в штатном режиме, с трубы идет светлый пар. У нас перед выходными днями проводилось техническое обслуживание системы смазки. Возник локальный очаг, возгорание, загорелась смазка. Смазка была потушена, система сработала, все было локализовано в течение 2-3 минут. На данный момент предприятие «Урса» работает в штатном режиме. По словам специалистов, жителям города опасность не угрожает.